Холодный вечерний дождь не испугал любителей хорошей музыки. В зале летней эстрады Струковского сада практически не было свободных мест. На сцене выступал Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста России Михаила Щербакова и вокальная группа «Вива». Где-то есть город, тихий, как сон, пылью текучей покруг занесет. Я вообще люблю творчество Рождественского Марины Цветаевой, поэтому я решил, что сегодняшний вечер я обязательно должен посвятить этим великим людям. Независимо от того, что идет дождь, и Самара нас сегодня не радует прекрасной солнечной погодой, и набережная не такая пешеходная и дружелюбная, я думаю, что сегодня концерт обязательно преподаст настроение, скрасит мне сегодняшний воскресный вечер. Музыканты исполняли композиции на стихи великих русских поэтов Марины Цветаевой и Роберта Рождественского. По словам Михаила Щербакова, оркестранты впервые играют при такой погоде. Музыкантов согревали бурные овации зрителей. Совершенно замечательные песни, которые уже давно радуют наш слух, радуют наше сознание. И мы в них находим, в общем, ответы на многие вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Вот. И вот сегодня вот такая программа, которая состоит не только из музыки, не только из песен, но и из текстов известных, стихов и рассказов о вот наших знаменитых поэтов, которыми мы очень гордимся. Концерт под названием «Музыкально-поэтический диалог» открыл череду культурных мероприятий, которые посвящены Дню города. Следующее выступление состоится уже в ближайшую субботу. Музыканты будут исполнять оркестровые произведения совместно со звездами оперной сцены Аидой Гарифуллиной и Алексеем Татаринцевым. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.